Вітаємо вас, друзі. В ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої нашому з вами здоров'ю. Наскільки актуальні проблеми існують, наскільки серйозні проблеми. Саме про це ми звертаємо вашу увагу. Сьогодні в якості досвідченого експерта у нас у студії Олександр Пліткін, головний лікар міської дитячої лікарні номер 2 міста Миколаєва. Олександре Юровичу, доброго дня. Дякую, що ви з нами. Ви знаєте, сьогодні дуже багато таких маленьких аспектів, на яких хотілося б зупинитися протягом цієї зустрічі. Ви очолюєте медичний заклад, а сьогодні Україна переживає масу, низку реформ і у медичній галузі у тому числі. Як ви відчуваєте, як лікар-практик, безпосередньо хід цієї реформи, наскільки все досконало, або є такі моменти, на яких варто зупинитися? Хочу сказати, що реформа – це громко сказано. Ми вже длительне время готуємося к этой реформе. Да, и, казалось бы, уже с летних месяцев должны были войти уже в эту реформу, но скоро будет и окончание осени, мы туда и даже не приблизились. Мы на пути. На пути, да. Реформа – вещь очень важная и нужная. Все сошлись на том, что существующая система здравоохранения, существующая система оказания медицинской помощи, она уже себя изжила. Да? То есть надо что-то менять. Пошел уже конфликт интересов между пациентом и медицинским работником. То есть пациент хочет получать высококвалифицированную медицинскую помощь. Более качественную. Да, он хочет... мы же открытая страна, да, мы читаем, что делается на Западе, да, что, какие реформы проходят в Грузии, что люди начали немножко по-другому, не немножко, а значительно, получать более квалифицированную помощь. У них уже пошла страховая медицина, у них создаются новые лечебные учреждения, новейшая аппаратура. Мы пока еще застряли. Так, мы не двигаемся, и мы даже не поизменяли законы, необходимые для того, чтобы провести эту реформу. Поэтому я считаю, что тут надо двигаться очень быстро, большими шагами, потому что наш человек, он должен получать достаточную помощь. Так, ему не надо бегать по аптекам, собирать лекарства, которые ему написали на клочке бумаги, он будет тратить очень большие деньги на эти лекарственные препараты, тем паче, что они стоят в несколько раз дороже, чем, в общем-то, в обычных капиталистических странах. Человек должен прийти, если попал в лечебное учреждение, он должен чувствовать себя достаточно комфортно в этом учреждении. Он должен быть обследован на высококлассной, хорошей аппаратуре. Мы должны работать по протоколам, которые разрабатывает Министерство здравоохранения. То есть человек должен гарантированно прийти в лечебное учреждение, быть обследован, получить квалифицированную помощь и с удовольствием уйти с учреждения, не затратив при этом никаких денег, потому что он знает, что он заплатил за страховку, и за эту страховку он получит весь набор помощи, которая согласно этой страховке идет. А на сегодняшний день, мы натягиваем короткое одеяло, то есть мы на голову натянули ноги, остались голые. В чем проблема? В том, что законодательство пока что не пускает реформу дальше. Конечно, мы без законов мы никуда не можем двинуться. Сейчас там министр здравоохранения там что-то они решают вопросы с депутатами, то сырые законы, то не сырые законы. Да. Но уже давно это все надо дать. Уже люди, люди требуют, им нужна классная медицина. И в основном все здравоохранение, медработники тоже хотят,
скажем так, спокойно смотреть человеку в глаза, зная, что у него есть весь набор лекарственных препаратов, вот, да, ему не надо писать вот эти простыни вот, с лекарствами. Рецептурные, вот, рецептурные, да. Вот, да. То есть... Врач должен себя тоже нормально чувствовать. Как да? профессионал, собственно так точно, говоря, независимо от чего-то. Да? Так точно. И, естественно, получать за это разумную заработную плату. Вот. Ее можно бояться, страховой медицины, можно не бояться. Вот, да, там, но время пришло, независимо от того. Конечно, конечно. Да. У нас с одной стороны стоит пациент, с другой стороны стоит у нас медработник. Так? Посредине находится страховая компания. Так? Самый главный посыл всей этой системы, что деньги идут за больным. Да? То есть больной поручает свои деньги страховой компании, вот, которая выбирает то или иное лечебное учреждение. Да. Вот. Оно выбирает то учреждение, которое, в котором работает наиболее профессиональный коллектив. Вот так. Причем врачи, которые позволили себе поехать куда-либо на курсы за границу, да, не только у нас в городе Николаеве повысить свою квалификацию, а выехать в любой город, да, допустим, слетать в любой какой-либо из центров, вот, да, буквально на сутки, на двое, получить себе необходимую информацию, вернуться и уже пользоваться завтра же этой информацией. Вот, да, и этим опытом, который он получил. То есть страховая компания выбирает то лечебное учреждение, которое наиболее имеет высококлассное оборудование медицинское. Да, статусность определенная. Конечно, угу. конечно. Да, и страховая компания с ним заключает контракт. Договор. Да. Вот. И страховая же компания и контролирует, отслеживает и качество лечения. Александр Юрьевич, ну хорошо, например, определили мы страховую компанию. Что делать, например, если речь идет о социально незащищенных слоях населения? Например, дети, это непосредственно ваша аудитория. Инвалиды, старики, пенсионеры, как здесь быть? Потому что работающий человек, он себе заработает и со страховой договорится. А как быть в другом случае? Да. Значит, все вопросы эти должны быть, конечно, оговорены на уровне законодательства. Mm-hmm. Так? Человек, который проработал всю свою жизнь. Так, он работал в горячем цеху, да, он добывал уголь, ну, масса тяжелых работ, да, он честно заслужил свою пенсию. Вот. Государство обязано. Просто обязано вносить плату за данного человека. Просто обязано. То же самое касается и детей. Так? Ну, в Грузии там было где-то до 5 лет государство, значит, оплачивало. Да, бесплатно полностью. Нет, не бесплатно. Государство оплачивало. Так, страховой фонд за этих деток. Для так. родителей это бесплатно да, было? Да, для родителей это бесплатно. То есть тоже лечебное учреждение получало деньги от страховой компании за деток, да, за инвалидов, за пожилых людей. Так? Естественно, вот, чем больше лечебное учреждение берет к себе пациентов, то вот вопрос, да, что деньги идут за пациентом. Угу. Да? То есть, чем больше пациентов, тем больше денег пошло в это лечебное учреждение. Так? Естественно, лечебное учреждение, получив эти деньги, уже сами решают, что делать с этими деньгами. Так? Я сталкивался с такими вопросами, вот, что а вот вы получите деньги вот, да, и потратите все на заработную плату. Да. Контроль должен быть. Да. Не то, что контроль. Вот. Можно ну, где-то ну, месяц да. выжить. Да. Да. И все. И тут же лечебное учреждение закроется. Да? То есть, вы сами заинтересованы. Конечно, на развитие мы должны развиваться. Да? То есть, получив определенную сумму денег, не исключено, что коллектив и сам решит, давайте еще меньше сделаем зарплату, вот, да? А вот эти деньги мы запустим на закупку нового оборудования. Так? Или закупим те или иные препараты. И я думаю, что если мы
проведем реформирование, не надо будет каким-либо путем силовым или еще каким-либо снижать цены на лекарства. Не надо будет, да? То есть регулироваться будет само по себе. Конечно, конечно. Вот, да? Мы все лечебное, да, сразу лечебное учреждение будет выходить на уровень закупок не только по Украине, а и ну, ближайших стран. Вот, да? То есть мы будем закупать лекарства в 2, то и в 3 раза дешевле. Вот, да? И потом та же страховая компания, она не разрешит нам транжирить деньги на дорогие, и, скажем так, лекарства, которые превышают там в несколько раз свою цену. Так? Они же это, страховая компания – это набор экспертов, вот, которые будут контролировать весь процесс. Конечно же. Александр Юрьевич, в принципе, то, что вы нам рассказали сегодня, это создает очень хорошую такую, вот, знаете, ситуацию будущего и ситуацию того, что наши дети, они уже будут жить в других условиях. Нет, хотелось бы, чтобы и мы пожили. Да? Хотелось бы, чтобы мы пожили. Вы же посмотрите, идет реформа в милиции, вот, да, прекраснейшая реформа. Я искренне завидую вот молодым людям, которые попали в полицию, новую полицию, вот, да. Они молодцы, и они, во-первых, молодые, они энергичные, вот, они, им дали новую форму, им дали зарплату, вот, их обучили специалисты, в том числе, по-моему, и из Америки приезжали, да, спецы, насколько я там смотрел по телевидению, вот, то есть молодые люди, вот они реформировались, они по-другому подходят к решению той или иной ситуации, которая возникает на улице, это культура поведения, вот, да, ну, так читал, что там где-то, там, ну, определенное количество, ну, уволилось, вот, да, наверное, те люди, которые, ну, привыкли по старинке, вот, да, ну, не получилось. Конечно же, вот. Это новое, да, да, веяние. Да, да. Но это, ну, молодцы, но опять-таки они не могут находиться изолированно. Вот одна реформа в милиции, вот, да, и вот они изолированно находятся в нашей стране. Да? То есть должны и другие сферы деятельности, вот, да, реформироваться. Вот, да? То же самое и телебачение, вот, да, и культура, и образование, вот, да, все должны потихонечку, не то, что потихонечку, но достаточно, ведь в милиции быстро пошла реформа, да, сейчас покатилась по всем городам, конечно, да, же. Я думаю, что и мы должны достаточно быстро реформироваться. То есть вопрос в том, что ситуация созрела, и дальше уже насколько государство, насколько наши законы будут идти в ногу, а может быть даже немножечко, знаете, как бы опережать ситуацию на местах, пока, чтобы людей увлекать в этот процесс, для того, чтобы понимали конечный результат ситуации. Об этом надо много говорить. Да, это буквально надо со всех каналов телевидения объяснять людям, рассказывать, чем, как она должна протекать, реформа, и во что она выльется. Вот. Даже такой вопрос, возникал вопрос, а вот будет медицина вот, реформироваться и потеряется профилактичность в медицине. Вот. Я считаю, что это наоборот, профилактичность примет новую форму. Угу. Вот, да? Как вы это видите? Смотрите, мы, допустим, вот 2 человека. Да? Один человек позволяет себе курить, да? Позволяет себе выпить. Ему дается отпуск, он этот отпуск не берет себе, продолжает работать. Да? То есть идет психологическая нагрузка. Да? Рядом человек, который практически не курит, да? Практически он не пьет, он по утрам, там, по вечерам занимается спортом, ведет, вот, здоровый, да, ведет здоровый образ жизни. У них может быть одинаковая страховка? Наверное, нет. Нет. Наверное, конечно, нет. Да? Взять того ребенка, который, один, значит, ребенок полностью провакцинирован там, от целого ряда заболеваний. Его, да? Там родители занимаются его профилактикой. Его, да? И взять ребенка, который практически не получил там, прививки. Да? Опять-таки, они не могут иметь одинаковую страховку. Все очень индивидуально. Конечно. Да? Но берем взрослых людей.
его, да, взрослый человек, который ведет нормальный, хороший образ жизни, да, он, допустим, ну, я образно говорю, да, допустим, потратил $100 вот, на страховку, да, а тот человек, который не соблюдает эти режимные мероприятия, потратил $300, да, он, наверное, задумается, может, стоит мне бросить курить. Ага, то есть через деньги мы все подходим, все-таки к своему здоровью. Конечно, ну это дешевле. Конечно же. Это дешевле, вот. И тут уже хочешь не хочешь, будет профилактика. Будешь считать. Конечно. Да, будет... Так в западном мире все и делается. Все происходит. Я конечно. С вами согласна. Александр Юрьевич, как вы видите роль семейной медицины будущего? Насколько она себя оправдает? И вот сегодня уже, как вот ситуация в этом плане? Я вам скажу, что уже идут выпуски семейных докторов, вот, да, и доктора достаточно подготовленные приходят на первичный уровень оказания медицинской помощи, вот. Они уже серьезно относятся к педиатрии, вот, они ее знают, вот, да. Тут не секрет, что педиатрия довольно сложная, в общем-то, наука, даже посчитать миллиграммы на килограммы веса в сутки, там, или в часы, вот, да, это довольно серьезно. Если взрослому там написано в аннотации, что он там принимает по одной таблетке, там в скобках 200 миллиграмм, там 3 раза в день, да, то ребенку надо рассчитать, значит, миллиграммы умножить на его килограммы, умножить на сутки, разделить на 3 приема, вот, и так далее. Да, да. То есть, да, а мы уже как-то касались с вами в прошлых передачах вопросов о детском питании, особенно да, детей до 1 года, вот, да, что мы не можем взять солонки, соль и посолить ребенку суп, да, мы должны приготовить 25% раствор поваренной соли, да, и хранить его, и 1,5 миллилитра этой соли мы, значит, капаем на 100 миллилитров супа, да, ну, то есть сложные для эти широкой вещи, аудитории, да. Это, конечно, сложные вещи, но когда ты сталкиваешься, когда грудной ребенок у тебя, я думаю, что мама очень быстро входит вот в эти все расчеты, и не так все это сложно, потому что это очень важно. Да, это важно, это специфика, вот, да. Но сейчас доктора, которые вот выходят уже семейники, вот они значительно ближе приближены, значит, к вопросам педиатрии его, да. Ну и, естественно, институт педиатрии, он не закрывается, да, то есть педиатры, остается. Они, да, они есть, были, есть и будут, то есть никуда не денется. Узкий профиль все-таки остается. Конечно, угу. конечно, вот. Узкий профиль – это мы ежедневно занимаемся этими детьми, да. Вот на сегодняшний день я периодически вот провожу лекции по поликлиникам, значит, в плане детского питания, учитывая, что это сложный вопрос, вот, да, и потом питание – это же основа. Конечно. Да? Ребенок… Это будущий человек, так, собственно говоря, так формируется. Точно, так точно, да, как мы ему заложим это дело, вот, да, так он себе и будет двигаться дальше по жизни, вот, да. Поэтому я стараюсь читать молодым мамам, значит, лекции по питанию. Правда, не все спешат получить просто так, в общем-то, знания. Вот, да? Сейчас, но... интернет. Сейчас считают, что много знают мама. Да, интернет – это, с одной стороны, это прогресс, с другой стороны, это проблема… Самолечение. Да, да, самолечение. Вот, надо иметь базовое образование, чтобы можно было ну, интерпретировать то, что ты прочитал. Себе, разобраться, да? В литературе, там очень много так информации. Так точно, да. Ну и если мы разговариваем, я как педиатр, я хочу отметить, что интернет, планшеты, ноутбуки, сами компьютеры, они, конечно, у детей занимают и время, вот, но они, конечно, забирают и частичное здоровье. Детей, абсолютно. Да? Потому что, во-первых, это зрение. Так? Детки значительно больше начали страдать заболеваниями зрительного тракта. Раз. Второе – это малоподвижность. Это застой малого, застой большого круга кровообращения. Вот, да? Когда ребенок ну, по 7-8 часов может просидеть возле этого компьютера. Вот, да? Ребенок лишается свежего воздуха. Вот.
идет нарушение питания, вот, да, то есть он смотрит в этот компьютер и думает, и параллельно что-то Конечно бросает же, внутрь. Современные гаджеты, они очень влияют на состояние здоровья. Тем не менее, Александр Юрьевич, какие вузы сегодня готовят уже специалистов новой формы, например, вот семейной медицины, и это специалисты сейчас высокого уровня? Сейчас практически все вузы, вот, они специализируются на специалистах, ну, на врачах-семейниках. Да? Практически все вузы выпускают. И Одесса, вот к вам непосредственно наша, кто приходит? Выпускники откуда? К нам из Западной Украины приезжают, и с Одессы, конечно, идет достаточно большой поток. Вот, да? Другой вопрос, что они не все доезжают. Правда? Скажем, вот. В чем да. проблема? Ну, проблема в том, что специалист, вновь прибывший на работу, у него заработная плата 1500. Все банально и все так же, как и раньше. Да? Так точно, так точно. То есть молодой человек, да, представляете, это какая машина приходит вот, да, на работу. То есть машина, да, почему машина? 6 лет обучения, конечно. Причем очень серьезного Вложено обучения. Вложено очень вот. Много. Да, правда. Да. После этого еще 2 года у специалиста интернатура, вот, да, где его, извините, конечно, ну как сидорову козу гоняет, вот, да, чтобы он стал спецом. Итого 8 лет, вот, да, и после 8 лет человек выходит, да, с высшим образованием, обученный, вот, да, и на тебе 1500 заработной платы. Это реалии нашей жизни. Это да, то есть, естественно, кто-то ищет работу в фармакологических компаниях, вот, да, где там 4-5 раз заработная плата выше. Вот, да. А я вам хочу сказать еще, что очень часто и густо бывает, что семья, муж и жена, они оба врача. Вот, да? Ну, во-первых, ну, так проще, скажем так, ну, в семейном, в семье, вот, да, потому что и дежурство, вот, и там нагрузки, да, там о чем-либо поделиться, это очень часто вот семейные пары, они врачебные. Другой вопрос, если там или муж, или жена там в другой сфере, да, зарабатывает достаточно денег, вот, ну, тогда кто-либо из супругов может себе... Семейный бюджет этот немножко да, поправить. Так да? точно, да. Когда в семье 2 медицинских работника, 1500-3000, когда есть ребенок, вот, естественно, да, есть это о чем очень подумать, тяжело. Конечно. Очень тяжело. Но будем надеяться, сегодня мы с вами говорили о том, что реформа вот-вот уже практически она внедряется, и вопрос заработка медработников – это один из весомых таких моментов, потому что, собственно говоря, заинтересованность и ответственность, оно все вот так вот взаимосвязано. Конечно, конечно. Александр Юрьевич, вот итог нашей встречи. Давайте немножко, мы сегодня много философствуем и много опираемся на реалии. Вы застали еще советскую медицину. Собственно говоря, наверное, вы и учились, да, в то время? Да, да. Как вы да. считаете, в чем причина краха такой величайшей системы, глобальной системы? Медицина советских времен была самой лучшей в мире. Да? И основы того времени почему-то мы не сохранили. Сегодня мы ломаем, мы перестраиваем. В чем проблема? Я вам хочу сказать, да, там была система, мы были все в одной системе в то время, вот, да, и все предприятия, вот, да, и учеба, все это было, значит, ну, бесплатно, завязано на одном уровне, было, да? Да, да, да. Раньше, что инженер получал 120 гривен, да, что врач получал там 110-120 гривен, все находились в равных условиях, вот, да. Насчет того, что лучшая она была или нет, тут тяжело судить, потому что мы же никто не ездил за границу. Не было с чем сравнить. Конечно, конечно. То, что рассказывалось с телевизоров, да, конечно, мы лучшие были тогда. Да? Настал вдруг капитализм.
да, и я вот сейчас стал часто сравнивать, вот как Куба сейчас находится вот в окружении капитализма, вот, да, и мы неоднократно смотришь передачи, и там, ну, не так-то легко и жить. На острове свободы, на острове свободы, да. Вот там путешествия смотришь, как люди живут, там очень тяжело, вот, да. Вот так то же самое осталось и медицина, да, вроде кругом капитализм, вот, да, а посредине островок якобы бесплатной медицины, вот. Поэтому если он капитализм, то он должен быть уже и для всех капитализмом. Во всех сферах. Конечно, конечно. И хочется надеяться, что на самом деле то, о чем вы сегодня рассказали, чтобы оно внедрялось в жизнь, и в итоге каждый родитель был бы спокоен, собственно говоря, и за свое здоровье, и за здоровье детей. Но хочу еще отметить, да, обязательно, что незащищенные, значит, слои населения, они обязаны, мы должны о них все полностью беспокоиться. Да. Спасибо, да, большое за эту встречу, спасибо за интересную беседу. Я желаю крепкого здоровья вам, вашим пациентам, вашим коллегам. Приходите к нам еще. Спасибо большое. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Міцного вам здоров'я і всього найкращого. Залишайтеся на хвилі телеканалу «Миколаїв» і надалі.